Под девизом «Омск против наркотиков» в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Сибирский нефтяник» в очередной раз выступили воспитанники детских домов и школ-интернатов. Спартакиада «Динамовские старты» проводится в нашем городе уже более 10 лет и стабильно привлекает немало участников со всего региона. На торжественном открытии представителей Петропавловского, Артыновского, Ивановского и других детских домов и школ-интернатов приветствовали гости спортивного праздника Яна Романова и Алексей Тищенко, а также организаторы соревнований Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Министерство по делам молодежи, отделение спортивного общества «Динамо». Основная цель нашей спартакиады, она была всегда одна и та же. Это формирование здорового образа жизни, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, прежде всего, недопущение наших молодых сограждан к наркотикам, формирование нетерпимого отношения к употреблению психоактивных веществ. Динамовские старты включили в себя бег на 400 метров, комбинированную эстафету, стритбол и дартс. Приехать в Омск на ответственные соревнования, хорошо выступить и отстоять честь своей школы всегда было много желающих. И несмотря на конец учебного года, к соревнованиям ребята серьезно подготовились. Расскажи, как вы готовились? Долго? Ну да. Что подтягивали? Какие виды спорта больше всего подтягивали? Бег. Бег подтягивали, да. Потому что остальное мы все умеем там подтягиваться. Ведь, как говорится, быстрее и сильнее. В результате всех испытаний тройка победителей динамовских стартов 2015 года выглядит следующим образом. Воспитанники Петропавловского детского дома на третьем месте, представители детского дома номер 4 на втором и атлеты из Старского детского дома на первом. Наши поздравления!